поступило сообщение, что на третьем этаже больницы обнаружен предмет, похожий на гранату. Сотрудниками полиции было установлено, что данный предмет является учебной гранатой. Эвакуация медицинского персонала не производилась. Устанавливается местонахождение лица, которое, возможно, причастно к данному происшествию. Полиция не исключает, что муляж взрывного устройства женщина нашла на улице. Вопрос, зачем женщина принесла его в лечебное учреждение и почему не сообщила о необычной находке, сейчас у пациентки-террористки выясняют в полиции.